Всем привет, с вами Лариса. Вот этот перец красивый. Снимать можно только лежа. Все перчики спрятаны под листиками. Это хабанеро шоколадный от Сидек. Смотрите, какие они красивые. И очень-очень острые. Руки грязные, сейчас вишню собирали. Посмотрите, их много. Они зацветают вновь и завязывают еще и еще и еще. Сейчас покажу сверху. Вот такие разрослись деревья. Они у меня болели. И ела их тля. И я их обрабатывала, показывала раньше. Много раз, 5 кустов живут у меня с прошлого октября. Даже этот вот куст, который вообще думала не отживеет, нет, отживел и завязывает и цветет. Хабанеро шоколадный. Вот посмотрите, посмотрите, остренький перчик. Думала не будет, но нет, много, много плодов. Целый лес. Вырос примерно сантиметров 70 в высоту. Растет вот в таких вот 8-литровых пакетах. К осени, думаю, подсыплю земли. Тут есть вот такой вот задел еще. Вот до этого места. И будет расти уже дома. Посмотрим, сколько живет. Читала о нем. Живет долго, до 2 лет. Хабанеро шоколадный. От Сидек. Спасибо большое за семена. Но в самих плодах семян очень мало. Темно-шоколадно-бордового цвета, очень острый перчик.